такси-машина. Привет, лисичка! Я тут как раз тебя ищу! Ты сейчас что делаешь? Привет! Цветы собираю! Вот эти, желтенькие! Ага, понятно! Так и запишем! Собирает цветочки! А зачем? Как зачем? Вот, венок плету. Так, плетет венок. Есть, записал. Кеша, а зачем ты все это записываешь? Надо, лисичка, совсем скоро ты увидишь такое. Ух, прям какое. Ух, прям какое. Кеша, ты чего расшумелся? Всю рыбу распугаешь. Привет, дочка! Что, рыбу ловишь? Ага, удочка обыкновенная. Поплавок, грузила, так, крючок. Кеша, что ты делаешь? Так, одна удочка неэффективна. Все ясно. Да что ясно? Что ясно? Эх, печенцы, скоро ты такое увидишь. Прям ух! Итак, представляю вам свое самое главное изобретение. Все-машина! Вуаля! Ух ты! Вот эта штуковина! Молодец, Кеша! А что она может? Я же говорю, все! Хочешь, венки плести будет, хочешь, рыбу ловить. Я, правда, ее не проверял еще. Так, все-машина, плети венки. Нажимаем сюда. Ну, это венок, наверное. Да ну, лисичка, веночки свои ты сама плети. Вот рыбу наловить, это тебе не цветочки собирать. Да, точка. Все машина, иди к реке. Это что еще? Так, никуда не уходите, я сейчас все починю. Ага, ну вот, все готово. Моя все-машина! Ой, Кеша, а машина, кажется, того. Сам вижу, что того. Ну вот, и венки твоя машина плести не умеет, и рыбу ловить тоже. Все, больше ничего делать не буду. Никаких больше изобретений. Буду вот, веночки с лисичкой плести. Пойдем, лисичка. Я ничего больше не изобретаю. Мне только починить. Ну, пожалуйста, Кеша. На, больше не ломай. Ну как, сработало? Ага, давай. Кеша, у меня вот что-то с удочкой. Посмотри, пожалуйста. Починил. И еще тут новую автоматическую катушку поставил. Спасибо, Кеша. Лисичка, так, что у нас тут? Что-то плохо работает. Помоги, пожалуйста. Легко. Так, посмотрим. Ага. О, лисичка! А хочешь, я тостеру удочку приделаю? Зачем это? Будете с тучкой на рыбалку ходить и тост есть. А то я сейчас не могу. У меня тут одна идея пришла. Блинная катапульта. Это же... Что-то такое? Точно! Ох, Кеша, Кеша.
Мне бы в небо. Оп! Почти поймал. Ха! Почти не считается. Смотри, как надо. Ого! Водает! Здорово! Да уж. Эх, вот бы и нам так летать. Нам? А чем мы хуже какой-то бабочки? Сейчас все будет. Фу, какая гадость! И что, все бабочки сначала так? Фу, вообще-то да. Ну, долго так еще ползать? Ну да. Сначала гусеницы, потом куколки, а потом, вот только потом, в бабочек превратимся. Так, а давай сразу это, окуклимся. Ну, сколько еще висеть? Что-то я уже запарился в этом коконе. А у меня спина чешется. О, наверное, это крылья растут. Все, можно вылезать. Так, давай. Раз. Давай. Ай, ай. Точка, ну что, что, крылья есть? Красивые? Что-то не видно. Может, мало висели? Знаешь, Тучка, да ну этих бабочек! Если уж летать, то как птицы! Чик-чик, чик-чирик-чик-чик, чик-чик-чирик-чик, чик-чик, чик-чирик-чик-чик. Ну, типа как птицы! А-а-а! Ну, тогда... Чик-чирик-чик, чирик-чирик-чирик, чик-чик, чик-чирик-чик, чирик-чирик-чирик. Чик-чирик. Ну все, хватит чирикать. А дальше что? А дальше летим. Давай на раз, два. А может, не надо? Надо! Три! Вот и полетали. Да, хорошо, что я на всякий случай матрас притащил. Не, птица тоже не наш вариант. Есть такая высота, точка, на которой надо запрыгнуть и все, уже не упадешь. Что, правда? Точно тебе говорю, облака так и летают. Давай, давай, тучерце, выше, 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 выше. Точка. Я понял. Что? Летать как облака – это не круто. Круто летать как ракета. Так, ракета-тучка, начинаем обратный отсчет. А может, не надо? Надо, тучка, надо. Три, два... Кеша, Тучка, привет! Что это вы делаете? Да вот, взлетаем. Взлетаете? Куда? Ну вот, мы уже и как бабочки летали, и как птицы, и как облака. А теперь вот. Теперь хотим летать, как ракеты. Здорово! Только жаль, что вы не попробуете моего медового пирога. Медового пирога? Это почему это не попробуем? Ну как же, ни бабочки, ни птички, ни облачка, ни тем более ракеты мед не едят. Не едят? Тучка, да что нам эти ракеты? Ракеты это не круто. А что круто? Круто быть медведями. Лисичка, доставай сюда свой пирог. Вот здорово. Да, все-таки неплохо быть медведями. Хоть и не летаем, зато медовые пироги есть можно. Медовые? Слушай, Тучка, а ведь пчелы и летают, и мед едят, так? Тучка, мы с тобой станем пчелами.
Сюрприз. Так, что тут у нас? Млечный путь, луна в созвездии Большой Медведицы. Так, точно! Меркурий в созвездии Гончих Псов. Так это же... Кеша! Кеша, ты что, спишь, что ли? Кеша, проснись, Кеша! Да не сплю я! Так, на секундочку глаза прикрыл. Кеша! Луна в Большой Медведице. Это не я! Кеша, ну не спи! Я все вычислил! Судя по расположению звезд, завтра нас всех ждет удивительный сюрприз! Кеша, ты куда? Домой! Сюрприз ждать! Ура! Сюрприз! Это ты! Привет, мальчики! А что за сюрприз? Звезды предсказали, что для нас сегодня будет удивительный сюрприз. Вот мы его и ждем. Мы же на лыжах хотели сегодня покататься. Лисичка, некогда нам! Сказали же, сюрприз ждем! Ну не обязательно же дома. Погода такая хорошая. Ну ладно, поехали, Цыпа. На лыжах кататься. А сюрприз кто будет ждать? Точка, а сколько ждать-то надо, а? Не знаю. Я раньше никогда так вот сюрпризов не ждал. Ладно, будем ждать. Класс! Ну что, Цыпа, покатаемся? Что случилось? Ты сюрприз проспал! Он, наверное, уже давно здесь! Его просто поискать надо! Смотри, твой турбранец нашелся. Может, это и есть сюрприз? Нет, он не работает. А вот смотри, твоя удочка старая. Ты тогда переживал, что она потерялась? Нет, я тогда себе новую удочку сделал. Еще лучше. Слушай, Кеш, а может, я ошибся? Ну, со звездами. Может, и не было никакого сюрприза? Ой, мальчики, я такой! Видела такое! Там северное сияние, и сосульки, и водопад! Северное сияние тут, в нашем лесу! И ты все это видела сама? Не верите? Вот, смотрите, это я, это Цыпа, тут мы с Цыпой. А у вас что? Получили сюрприз? А у нас... А у нас печенька, вот, Цыпа, я сказал, это же сюрприз, Цыпа! Пять минут.
назад. Ну, держись ты, Ченце! Не каркай под руку! Сюда малинку, сюда клубничку. Ой, мой любимый клубничный. Все, нам конец. Кеша, ну не мог по-другому ударить. Ударить по-другому? О, а это идея! Ща, я быстро! Вот, машина времени! Сейчас слетаем на 5 минут назад и все исправим! Кеша, когда ты успел? Некогда объяснять! Все, жмем кнопку! А мы точно переместились в прошлое? Цыпа упал, ворона прокаркала, кажись, сработала. Ну, тогда бей. Только это, в другую сторону. Получилось! Тучка, кажись, это у тебя! О, Тучка, наш мячик! Мой дом! Кеша, ты что наделал? Спокойно, Тучка, сейчас все исправим! Так, на 5 минут назад! Все, жмем! Кеша, а давай вообще по мячу бить не будем? Точно, Тученце, ты гений! Пошли лучше на рыбалку, ну его этот футбол! Нет! Что ты наделал? Жми быстрее! Ну, что будем делать? Тучка, знаешь, по-моему, лисичкин торт – это не самое страшное. Ты прав, Кеша! Бей! Я за инструментами, а ты дуй за цветами. Встречаемся у лисички. Ой, мой любимый клубничный. Фу, какая гадость. Я, кажется, соль с сахаром перепутала. Все, лисичка, готово. Еще лучше прежнего. Лисичка, ты прости нас. Мы нечаянно. Вот, это тебе. Спасибо. Все равно мой пирог не получился. Вот бы вернуться назад и все исправить. Цыпа! 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 Слонопотам.
нету! Сейчас только за морковкой для носа сбегаю. Подумаешь, вот у меня будет снеговик огромный сейчас. Голову только побольше скатаю. Так, так, тяжелая какая. Упс, тучка меня убьет. Вот какую большую морковку нашел. Кеша, а что случилось? Где мой снеговик? Слонопотам пробегал. Ага, огромный такой, страшный. Я такой леплю-леплю, а он такой из леса топ-топ-топ. И прям по твоему снеговику протопал. И дальше потопал. Я даже сделать ничего не успел. Слонопотам? Странно. Откуда здесь взяться слонопотаму? Откуда-откуда? Говорю же, из леса вышел. Привет, Кеша! Привет, Тучка! Ребят, помогите мне елку нарядить! Вместе по лесу идут, собирают шишки, на-на-на-на. Вместе песенки поют, а этот шарик вот сюда. О, а я свой сюда повешу. Кажется, чего-то не хватает. А, знаю, звездочки. Лисичка, это? Да, только как ее наверх прикрепить? Тут нужна лестница. Точно, у меня дома есть. Тучка, пойдем со мной, поможешь? Да зачем тут лестница-то? И так залезть можно. Что мы, не медведи, что ли? Сейчас, ага, так, еще чуток. Ой, Кеша, наша елочка, что случилось? Ну, тут такое дело. Я ждал вас, и тут вдруг этот слонопотам. Стою я такой, вас жду с этой, с лестницей. Вдруг слонопотам, страшный такой, и сразу на елку полез. Я ему говорю, что ты делаешь, сейчас грохнешься. А он раз и грохнулся вместе с елкой и в лес убежал потом. Кеша, что это еще за слонопотам такой? Ой, ну что-то я засиделся тут с вами. У меня же дела. Ну все, привет. Что-то слишком часто стал появляться этот слонопотам. Странно только, что никаких следов слонопотама нет. Только Кешины. Точка, мне кажется, что Кеша и есть этот слонопотам. Да, лисичка, мне так тоже кажется. Ну что, покажем Врунишке настоящего слонопотама? Вместе по лесу идут, собирают шишки, вместе песенку поют и читают книжки. Ха! Поверили в какого-то там слонопотама. Наконец-то я тебя нашел, Кеша. Лисичка, тише. Прости, у тебя такой голос смешной получается. Ты говорил, что меня не существует. Помогите! Лисичка, не отставай, а то мы развалимся. Мне не видно, куда бежать. От меня не убежишь. Нехорошо сваливать свою вину на других. Я больше так не буду. Простите. Извинений мало. Нужно еще исправить то, что мы творим. Я исправлю. Я все исправлю. Обещаю. Ну все, пришли. Можете открывать глаза. Ух ты, какая красивая. Кеша, ты сам все это сделал? Да. Тучка, лисичка, в общем, это вам. Вы это, простите, снеговика и елку я сломал. Кеш, да мы знали, что ты все выдумал. Никакого слонопотама не существует. Я тоже так думал, но на самом деле он существует. Кеша, опять выдумываешь. Розовые очки.
Привет, Кеша! Пошли на улицу! Будем собирать букеты из разноцветных листьев! Да! И пускать в лужах кораблики! Ну нет! Там холодно, противно, мокро! Бррр. Кеша, ты просто хандришь! Ой, а что это такое? Это не опасно? Хандришь – это когда тебе грустно и ничего не хочется. Кеш, да ладно тебе, пошли гулять! Не хочу! Терпеть не могу эту вашу осень! Холод, дождь, грязь! Хочу видеть солнце, цветы, речку, розовый восход! О, идея! Тебе. А, это специальные очки. В них все видно таким, каким и должно быть. На, попробуй. Кеша, это же все неправда. Неправда? Очень даже правда. Вот теперь можно и прогуляться. Красота! Ого! Да! Вау! Вот это да! Все по-другому кажется. Кеша, стой! Там же грязь! Ты испачкаешься! Какая грязь? Это же мой фрегат! О, море! Обожаю море! Кеш, может, домой пойдем? Что-то холодно. Да вы что? Жизнь прекрасна! Кеша, это же не море, это лужа! Да ладно вам! Да вы просто хандрите! Кеша, остановись! Сними уже свои очки! Кеша, ты что, совсем? Ой, что это? Почему так холодно? Лужа! Ну что вы стоите? Вытащите меня отсюда! Все-таки опасная штуковина, эти розовые очки. Лучше видеть все таким, какое оно есть. Ничего, скоро зима, а там уже лыжи, санки, снежки. А ты прав, Тучка! Зима – это круто! Смотрите! Снег пошел! Ура! Бежим снеговиков лепить! Хочу быть взрослой! У-ху! Иха! А можно я? Эй, ну пропустите же меня! Сейчас моя очередь. Подожди, лисичка. Это для взрослых. Это опасно. Ты еще маленькая. Ничего, я не маленькая. Я уже большая.
Ну вот, я же говорил, это для взрослых. А я и так взрослая. Взрослая? Сейчас проверим. Представляю мое новое изобретение. Взрослый мер. Вставай сюда, лисичка. Ну вот, значит, когда вырастешь вон до сюда, тогда все, ты взрослая. А пока мы тут старшие, и нас надо слушаться. А старшие говорят, иди ешь кашу, или что там у тебя, куклы играй. Старшие говорите. Ладно, есть идея. Ты еще маленькая. Вообще-то, я уже взрослая. Да, как быстро летит время. Ну, раз теперь я взрослая, мне можно. Все. Вот дает. Рампа, это что? Вот, точка, зацени лучше вот это. Короче, тут у нас река, а тут мы такие строим трамплин, а тут такую высоченную горку разгоняемся, на скейте заезжаем на трамплин и... И что? Падаете в воду? Не падаем, а красиво ныряем. Как старшая, я не позволю вам это делать. Это очень опасно. Почему это ты вдруг старшая? Мы же одного роста. Да? Хорошо, стойте тут, я скоро. Ой, кажется, я еще выросла. Кеша, это как? Сам не понимаю. Так, хватит болтать. Тихий час. Пора спать. Закрыли глазки, уснули. Не бегайте. Не сидите без дела. Учите уроки. Сладкое после обеда. Это сплошная химия. Слушай, тученцы, а обязательно всегда слушаться старших? Я, кажется, придумал, что нам делать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Как хорошо быть взрослой. Да, Ари? Да, лисичка. Привет, лисичка. Ну, подаришь мне своих кукол? Нет, это мои. Ну, ты же взрослая, а взрослые не играют в куклы. Ой. А хочешь конфетку? Конечно, хочу. Нет, это я, Кеша. А тебе нельзя. Взрослые не едят сладкое. Неправда. Ах, да. Лисичка, а я зачем пришел-то? У меня в чулане лампочка перегорела. Там темно и страшно. Починишь? Нет, я боюсь темноты. Как боишься? Ты же взрослая! Все, надоело быть взрослой! Смотрите, я снова маленькая! Ваша очередь быть взрослыми! Сами идите в темноту в свой чулан! А мне отдайте куклы и конфетку! Тучка, ну что, пошли строить трамплин через реку! А можно мне с вами? А ты для этого не слишком взрослая? Нисколечко! Тогда пошли! Подарок для Кеши. Итак, я на позиции. Перехожу к фазе разведки. Активация. Проверка системы. Thank you.
Ладно, тогда поползли. Так, еще чуть-чуть. Еще немножко. Кеша, ты меня слышишь? Нет. Ага, вот ты где. Кеша, ты все пытаешься узнать, что я тебе подарю на день рождения? Нет, ну ладно, ладно, да. Кеша, это сюрприз. Мне так интересно. Ну скажи, ну что ты мне подаришь? Ну хоть на какую букву начинается? Нет, это сюрприз. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Привет, лисичка. А ты знаешь, что мне подарит Тучка на день рождения? Нет, а что? Да, ничего особенного. Всего лишь что-то такое невероятное, гипер-мега-суперское, что аж прям ух! Ого, правда? Тучечка, ну пожалуйста, пожалуйста, припожалуйста, покажи, что ты подаришь Кеше. Ладно, но пообещай, что это будет секрет. Чтоб мне год не есть конфет, если выдам твой секрет. Ну, пошли. Пароль Антарктида. Ну, готово. Нет, 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 Кеша! Я пообещала Тучке, что это будет секрет. Секрет? Тоже мне? Да ну ладно. Да ты просто сама не знаешь. Нет, знаю. Нет, не знаешь. А вот и знаю. А вот и нет. А вот и да. Тучка подарит тебе открытку из сушеных ромашек. Открытку? Сушеных ромашек? Обычная открытка? Не могу поверить. 00:00. С днем рождения, Иннокентий. Кеша, поздравляем тебя с днем рождения! Я приготовил тебе сюрприз, и сейчас... Тучка, я уже знаю! Открытка из сушеных ромашек! Какая открытка? Нет! Вот! Планер! Я сам его целую неделю клеил! С днем рождения, Кеша! Вау! Планер! Тучка, спасибо огромное! Это то, о чем я мечтал! Яблочный торт! Мой любимый! Спасибо, лисичечка! Это лучший день рождения в моей жизни! На 5 ходов вперед. Так, мой ход. Хоть бы 6, хоть бы 6, хоть бы 6. Ура! 6! 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Все, финиш! И я снова выиграла! А когда я выигрываю, я съедаю конфетку. Лисичка, ты их уже 20 съела. Это потому, что я 20 раз выиграла. Сыграем еще.
Я больше не могу. Почему ты все время выигрываешь? Это потому, что я думаю на 5 ходов вперед. Опа! Опа! И ха! Опа! Здорово, Тучка! Что делаешь? Да вот, лисичка. Никак не могу ее обыграть в эту игру. Не можешь обыграть честно, обыграй нечестно. Ты что? Это же нечестно. А я обыграла Тучку в игру 34 раза подряд. Ладно, Кеша, поможешь мне? Конечно, Тученция! Представляю тебе план, как выиграть у лисички. Я взял обычное поле и увеличил его. И кое-что изменил. Ну-ка, вставай сюда. Допустим, ты стоишь здесь, а лисичка тебя обгоняет. А теперь смотри. Оп! И теперь ты обгоняешь лисичку. Ого! Зови лисичку. Со мной ты никогда не проиграешь. Сейчас та конфета будет моей. Ну-ну, это мы еще посмотрим. Ха! Ага! Еще! Я почти выиграл, но так нечестно. Да что такое? Лисичка, смотри, да ты победила! Ой, правда? Как это? Ура, я победила! Тучка, ты что наделал? Ты же уже почти победил! Знаешь, Кеша, иногда надо уметь проигрывать. Кеша, Тучка, это вам! Все наоборот. Так, этот не подходит. Ага, это сюда. Отлично. Ага. А сюда что? Где же этот фрагмент? Привет, Тученция! Чем занимаешься? Привет, Кеша. Да вот, пазл собираю. Куда же он подевался? Кеша, поможешь мне собрать? Конечно, нет! Нет? Это почему? Потому что сегодня такой день. Надо все говорить и делать наоборот. Если я говорю «нет», это значит «да». Я сам придумал. Давай, Тученция, попробуй. Это весело. Все наоборот. Вот здорово. Вот он. Ура, Кеша. Я свой пазл не нашел. А то. А давай сейчас к лисичке не поедем.
А это моя на месте стоялка. Чего? А, понял. О, Кеша, помедленнее. То есть быстрее. Ну вот, пирог готов. Привет, лисичка. То есть, до свидания. Ой, Тучка, Кеша, вы уже пришли, а суп еще не готов. Лисичка, тебе повезло. Сегодня день наоборот. Поэтому и обед начнем со сладкого. И посуду мыть не надо. Все же наоборот. Ой, как здорово. Кажется, мне очень нравится этот ваш день наоборот. Ура! Да здравствует день наоборот! И мне не давай. Что? А, поняла. Компот не давать. Лисичка, ты чего делаешь? Зачем компот на стол вылила? Так ведь мы же решили все наоборот. Значит, сначала компот пьем, а потом наливаем. Правильно? Слушай, лисичка, ты меня совсем запутала. Ладно, нам пора. Тучка, поехали. Тучка, ты чего сидишь? А, да, Тучка, мы никуда не едем. Чур, не я за рулем. Давай, Тучка, вперед! Тучка, ты чего? Сейчас врежемся. Давай назад. Ну, Тучка, ты даешь! Мы чуть не врезались! Ну, ты же сам сказал, полный вперед, а это значит, полный назад. Сегодня же... Да-да, помню! День наоборот! Слушай, Тучка, надоело мне это наоборот! Ерунда какая-то получается! Давай лучше все, как было! По-нормальному? Ну, давай! Мальчики, а я еще банку нашла. Вы же компот не будете? Будем! Будем! Ну ладно, как хотите. Лисичка! Дырявая память. Это, Кешенька, мы еще посмотрим. Моя счастливая ракетка поможет мне тебя победить. Ой, а где моя ракетка? И моей нет! Лисичка, ты что, брала наши ракетки? Кажется, да. Ну и где они? Они... Ой, не помню. Да вы мои возьмите. Это что, розовые? Это же девчачьи ракетки. Ладно, Кеша, давай уже играть. Ладно. Да что?
этой девчачьей ракетки. Ну-ну, а может, дело не в ракетке? Может, кто-то просто не умеет играть? Это кто не умеет? Это я не умею? Ну, Тученция, держись! Кеша, ты прав. Все дело в ракетках. Они неправильные какие-то. Вот моя ракетка была такая удобная. Лисичка, где наши ракетки? Так, здесь... Нет, здесь нет. Здесь были! Точно здесь! Кажется. Кажется! Все ясно! Ты забыла, куда их дело? Так, лисичка, закрой глаза, представь ракетку. Круглая штука с длинной ручкой. Ты держишь ее в руках и убираешь куда? Вспомнила! Да, немного не то. Кеша, нам нужен какой-нибудь другой способ. Итак, чтобы лисичка вспомнила, где ракетки, мы полностью повторим тот день, когда она их потеряла. Когда это было? Кажется, это было во вторник. Отлично! Прям как сегодня. В полдень. Прям как сейчас. В октябре. Прям как... Что? В октябре? Ага. Деревья были такие. Красивые, желтые. Желтые, говоришь? Вот, лисичка, пожалуйста, осень. Так, сосредоточься. Что мы делали в тот день? Как что? Играли в теннис. Ах, да. Тучка, вставай туда, а я здесь. И как будто мы играем. Кеша, это я здесь, а ты там. Да нет же, Тучка, я здесь, а ты там. Да точно тебе говорю. Я лучше помню. Тучка, не спорь, я точно помню. Я буду играть с этой стороны. Нет, я. Тучка, что ты все время споришь? Все, мне надоело. Не хочу я больше играть. На, лисичка, играй. Ну и пожалуйста, тогда я тоже не хочу. Лисичка, это тебе дарю. Мальчики, а как же теннис? А ракетки? Да выкинь эти ракетки. Вспомнила! Вот они, наши ракеточки! Сработало! Ты вспомнила! Это потому, что мы сделали осень! Нет! Это потому, что вы сейчас ссорились! Прямо как тогда! Мы ссорились? Да мы вообще никогда не ссоримся! Да, Тучка? Конечно! Ну, давайте уже играть! Кеша, ты куда мячик дел? Я? Да это ты его последний держал! Мальчики, не ссорьтесь! Лисичка, мы не ссоримся. Иннокентий, мячик был у тебя. Я это точно помню. Тучка, не спорь, я точно помню. Я лучше помню. Тучка, что ты все время споришь? Все, мне надоело. Не хочу я больше играть.